needles in the city. Be back immediately to confiscate the money. Yeah. That girl is a real proud beast. Small world, all the friends know me. Young bull living like an old geese. Then release the cash, watch it fall slowly. Right now, still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drink. They lose it when the DJ drops the knee. Хей, ютубу, хэвикас, с вами был 3А2, и до сегодня мы с вами продолжаем играть Team Fortress 2. Это у нас карта под названием... На, нахуй. Вот в чем подвох-то. Это у нас карта под названием Roomfoot. Ну, естественно, новая. Вот. Я в ней, кстати говоря, уже играл, но так, просто без записи. И, в общем-то, вот, сейчас я записью играю. Кстати, карта хорошая на самом деле. Вот правда. На, нахуй. Карта реально хорошая, то есть прям атмосфера, можно сказать, ТФ-ки. Вот это вот есть тут, присутствует. Так что как-то вот так. А, блядь! Это откуда? Вон, вон вижу. А, чё? Ох уж эти шпионы, задолбали меня. Чё они поставили? Ты заметил, они меня на протяжении трех серий постоянно что-то достают. Вот эти последние. Ебать, сейчас мог быть хороший хедшот на самом деле. Но не повезло. А чё тебе надо? А, ты хочешь сразиться, да? Ну иди сюда. А ну-ка иди сюда, ты... Иди сюда! Сюда иди! Ты, блядь, дептичка. Опа. О-хо-хо. Понятненько. Ну-ка, чего тут? Employee Z, типа, ну... блядь, медведь. Эрик, какой-то Броун. Патрик Эннесси. Алекс Стюарт. Прикольно. Кстати, это прямо они сами сделали, это откуда-то с других карт взяли, ТФ-ки. Здравствуйте. Мне интересно просто. Я просто таких еще не видел, то есть это, походу, прямо на этой карте сделано. Это прикольно, запарились, это прям замечательно. Блящ, мог быть хороший хедшот. Надо что-то делать. Как они это шумелка извинят постоянно? Они навряд ли... А, блядь, это ботяра ебаный. Как тебя изгнать, а? Подожди. Как тебя... Пошел нахер отсюда. Давайте, изгоняем его. Я пока тут позахватываю тоже. Угу. Так, что, нормально? Изгоняем? Да, изгоняем, все. Кстати, я первый сейчас. Сейчас, тихо. На! Хедшотина есть. Блять! Кто? Что сейчас с мной было? Что я так резко КП терять начал? Стремительно. Они под этим... Опа, все, поле прошло. Еблище пришло. Вот. На, нахуй. Я что, не могу в хедшот нормально попасть? Что за херня? В прошлых же сериях нормально... О, сейчас нормально было. Вот это неплохо. Ну, сейчас почти в хедшот было. Так, тихо. На. Не понял. Тебя сейчас не убил вообще. Сейчас. Надо выследить, где он еще появится. Где ты появишься? Раз. Толкай. Хорош. Так, не понял, я поджигатель сместил. Что-то нездоровая какая-то тема, подожди. Да кто? Хорош уже. Вы на меня нападаете-то сразу. На. Что? Блять. Чё хедшоты не ставят? Чё за хуйня? Там должны быть хедшоты. Да, нахуй. Пошел отсюда. Опа. Хедшотина есть. Отлично. Вот там снайпер видел. На. Хедшотина есть. С него встраливаю винтовку. Ну-ка пойду возьму. Дай возьму винтовку. Сука. Нет, не возьму. Ладно. Так, вот они. Вот они все. Ты, блядь, смотри, какой хитрый, а. Ты что такой умный? Ты какой-то умный. Для пирыча не смекаешь, нет? Ты так не думаешь? Не надо быть таким умным, я тебя все равно достану. На, хедшотит тебя. Тихо, опа. Ой-ой, вон тот чел. Там я шпиона чувствую сзади, шпион. Шпион, сука. Лежать. Так, все, не отвлекаемся, у меня вот тот враг мой. Сука.
Блять. Дай... обманул меня, ладно. Еще одна попытка. Не иди ко мне. Не иди ко мне, я тебе сказал. Ты. Хорош. А ты чё там? Ты куда идешь? Я хочу вот того. Тихо. Блять. Блять. Глаза разбегаются. Ладно, давай. Ой-ой-ой. Все, ухожу отсюда. Ну вас нахер. Я тут не вывезу. Куда шпион 100 баллов? Привет. Хорош. Я, кстати, первое слово. О, вывезли, вывезли. Тихо. Я лучше уйду отсюда. О! Быстрей! Блядь! Не, все, 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 это конец. Так, все, тихо, не отвлекайте. Да хорош уже. Все, не отвлекайте меня, там у меня враг есть. И я его не вижу. Но я его сейчас найду обязательно. Вон он. На, нахуй. Это не хэдшот был, но все равно нормально. Все, срали. И... В смысле, третьим. Не, ну по факту я был первым. Так что будем считать, что я первый, да. Тем более, что скиллы одинаковые. Ну, то есть по количеству. Так, все, вот у нас начался матч. Второй, опа. Они уже здесь. Хуя вы тут даете. Был не хэдшот, но допустим. Опа, вот. Вон мой враг. Вон он мой враг, но пока что... Пока что он куда-то съебался. Надо хэдшотить его. Куда мой враг съебался, не могу понять. Где он? Вот он. Тихо, 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 тихо. Вот тут надо аккуратно. Тут надо только... Только быть внимательней. Сейчас, он где-то... Он назначен где-то... Так, это был просто какой-то статист. Где он? Вот он бежит. Отважный самый. На, нахуй. Хэдшотина есть. Какой я там? Я до сих пор первый. Где там мой вражина, бля? Опа. Вон он, вон он, вон он. Бежит, я вижу его. На! Это было не хэдшотина, но все равно... Опа. Ботяра вонючий, только это не тот, который убил, а там другой. Вот это... Вот это пиздец. Ну-ка, бам, типа хэдшотину. Не хочу стоять. Так, вон они все. Ебать, какой эффект упал. Блядь! Чё тут происходит? Понял. Пока. Лежать, сука. Шпион. Где тут был шпион? Ладно, пофиг на него. Вот он! Конечно же. Вот они все. На, хэдшотину. Блять. Так он не умер. Ну-ка. Чуть-чуть не успел. Да, блять, поджигатель. Опять этот чел. Тихо. Не, он сейчас не убьет. Сейчас он не убьет, я уверен. Мне пизда. Опа, шпион. Где шпион? Вот он, шпион. Здравствуйте. Ебать, полетел. Так, вот скаут. Вот еще один скаут. До свидания. В принципе, 5 киллов надо сделать. До свидания. Вот. Уже не 5, уже меньше. Да, блядь. Сейчас там мог быть хэдшот. На. Опа, турель. Сейчас я ее уничтожу. Ибо нехрен тут ставить ее. Правильно говорю, правильно. Че? Блядь, это медик. А, я чуть на тебя не отвлекся. Так, сейчас, он сейчас это, он сейчас нормально встанет. Вот, все, погнали. Бам. Ну вот, уже меньше чуть-чуть. Так, сейчас давай еще одну хэдшотину. Бам. Все, мы сейчас выиграем. А, ну еще 14 дополнительных секунд. Нет, 3 дополнительных секунд. Ну все, мы выиграли. Есть. Сейчас кого-то можно. О, вон, кого-то вижу там. А, нет, все уже. Там никого нет. Или есть? Не, нет. Ладно, ребят, как-то вот так. Думаю, пока что мы с вами закончим. Мы сыграли Team Fortress 2 за снайпера на карте Roomfort. Следующая у нас там будет, не знаю какая, но у нас, получается, остались. Вот я на Frostcliff еще хочу нормально поиграть. Там Frosty и еще какая-то, по-моему, карта. А, не-не. Все, Frosty и Cliff. И Frostcliff. Вот. Так что на них мы с вами сыграем в следующей серии. С вами был я, Мудрия 2. И всем пока.